В 2010 году новое программное обеспечение произвело революцию в работе предприятий пищевой промышленности короткой цепочки поставок питания во Франции. Основатель компании Людовик де Борепе работал инженером-программистом, а его родственники – местными фермерами. Он понял, как интернет может удовлетворить потребности людей, работающих неподалеку друг от друга, и создал Panier Local – местную продуктовую корзину. Поначалу программное обеспечение было ориентировано на онлайн-заказы, но теперь это полноценный продукт, позволяющий малому бизнесу организовывать свои административные, коммерческие, логистические и организационные процессы. Кроме того, все эти услуги адаптированы для небольших производителей продуктов питания. Это услуги высокого качества по подъемным ценам. Наряду с отдельными клиентами Panier Local предлагает возможность ассоциациям фермеров или группам производителей продуктов питания разделить расходы и использовать программное обеспечение на основе ежемесячной подписки. Monge Bio – один из них, и они ценят личную помощь в реализации программы. Команда Людовика пытается удовлетворить потребности каждого клиента, адаптируя и развивая продукт. Каждый покупатель использует программное обеспечение на своей собственной странице, предлагая систему онлайн-заказов через виртуальный магазин. Это позволяет установить непосредственный контакт между производителем и потребителем, тем самым сокращая пищевые отходы и загрязнение окружающей среды, поскольку производство всегда адаптировано к реальным потребностям. Программное обеспечение облегчает выполнение административных задач, создает новые виды деятельности на фермах и позволяет осваивать новые рынки. С фермы на тарелку по интернету. Это торговая марка Panier Local.